Героями персональной юбилейной выставки известного живописца Василия Беды «Камерная музыка живописи» стали безупречные во всех отношениях модели, прекрасные в своем естестве и трогательной нежности подарки природы, цветы. Наверное, только в самых смелых мечтах или на пике творческой популярности можно так закружиться в цветочном вихре, в котором собраны все чувства художника. Василий Беда смелыми мазками передает свои эмоции, свое восхищение красотой природы. Буйство красок, пересекающих действительность нереальным ритмом жизненных полутонов, приближает зрителя к живой энергии свежесорванных цветов. Василий Беда безукоризненно владеет языком живописи. Он словно дирижер искусно вводит тему камерной музыки живописи в своем направлении, создавая из привычных предметов оригинальные композиции. Королева цветочного бала Роза, как и подобает ее величеству, заполняет собой все пространство полностью, не оставляя ни единого шанса другим цветам. И если полевые цветы составляют нежные трогательные картины, уводящие из действительности в беззаботные дни детства, то золотой цветок солнца вносит яркий деревенский колорит в любую тему. Собирая жизненную энергию в единый цельный образ, художник отражает на своем холсте совершенный по красоте букет, что суждено воспроизвести лишь человеку, тонко чувствующему душу цветка.